В торжественном открытии принял участие глава города Андрей Шубин. Казачество было одной из наиболее передовых частей русского народа и внесло огромный вклад в укрепление и развитие нашей страны. Я уверен, что сегодня на межрегиональном отборочном чемпионате по рубке шашкой «Казарла» вы блестяще будете отстаивать честь казачьего имени и воодушевите всех нас своим мастерством и удалью. По готовности руби! Соревнования организованы Федерацией по рубке шашкой «Казарла» и Смоленским казачьим обществом, а также при поддержке Смоленской атомной станции и администрации Десногорска. Основная цель чемпионата – сохранение и развитие традиционной культуры казачества в области военного спорта, а также патриотическое воспитание молодежи. Спортсмены состязались в искусстве фланкировки. Так называется искусство крутки шашки и пешей рубки шашкой. Казачество – это не увлечение, это образ жизни. Я занимаюсь вопросом возрождения казачества с 90-го года, то есть уже 26 лет уже занимаюсь, с 91-го года. Вот, и скажу вам так, что есть будущее у смоленского казачества, есть очень серьезный потенциал, потому что вот у нас даже в отделе сейчас, в кадетских классах, в кадетских группах более 200 детей уже сейчас. И дети с большим удовольствием занимаются этим делом, проникаются. Мы им преподаем историю казачества, историю государства российского, историю православия преподаем. Ну, естественно, вот боевые вот эти науки, рубку шашкой, сборка-разборка оружия. Вот, то есть готовим себе смену. На празднике зрителей угощали казачьим кулешом и чаем. Детей катали на лошадях. Нам очень нравится, как проходит состязание рубка на скаку. Вот, как точно казаки рубят, как это правильно называется, жердь или еще что-то. Вот, как срубают баночки.